Всем огромный привет, ребята! У Алисы сегодня закончились уроки, сегодня пятница, и по традиции мы едем в магазин. Сегодня Алиса выбрала в качестве магазина магазин одежды, школьной одежды, но не только школьной. Потом еще заедем в копилку, там посмотрим, есть ли рюкзак. Ну, а, еще рюкзак Алиса новый хочет. В общем, пошлите шопиться вместе с Алисой. Мы идем вот в этот магазин Force Form, Алисе он очень нравится. Пойдем вот сюда куда-нибудь посмотрим. Красивая юбка, мне очень нравится. И кофточка с прозрачными такими рукавами. Алис, ну как тебе? По-моему, Алисе тоже нравится. Ну что, следующую блузку примеряем. Дряхлых бабочек. Вот еще один вариант. Очень красивая блузка с прозрачными рукавами. Но Алиса хотела, чтобы рукава были полностью прозрачные. Ну вот что нашли. Красиво, да, Алисе? Угу. Красиво. И юбка обалденная. Берем? Да. Ну вот эту блузку однозначно, да? И еще вот этот бантик. Вот этот бантик, он снимается. Все? Угу. Так. Завтра Алиса идет на вечеринку и уже выбирает себе наряд. Ей понравилось вот такое платье. Ну-ка, повернись. Красиво. Прическу сделаем, да, Алисе? Еще белое. Давай примерим. Будешь белое примерять? Угу. Мне кажется, уже розовое. Ну, это такое бежевое, бежевое. Так, еще выбираем резиночки. А, нашла буковку К нужно. Можем купить один набор с буквой А. Нету. И другой набор с буквой К. Вот, буква А есть. Давай две буквы А. Так а тут А, А, Б, М. Да, тут, да, а у тебя? Разные буквочки, да. Ну тогда бери А, Б, М, А, Б, М. Все, два набора А, Б, М. А можешь взять вот такие вот. Так, вот Алисочка завтра пойдет. Можно вот такие вот. А есть с лапками котят? Ну, слушай, лапка. Покажись платье. Все, два набора АБМ. Ну, вот такие пусть. Почему? Одну АБМ, одну. Одну вот такую, да, да. Я не хочу АБМ, там вообще ничего не понятно. Не надо АБМ. И еще колготки белые, обратите внимание. Такие вот колготочки выбрали. Кое-как нашли Алисин размер. Ох, красиво, красиво. Наконец-то Алиса начала носить платьишки. Мне еще надо подъюбник найти, чтобы пышненько было. Подъюбник надо. Ну где же мы найдем-то подъюбник? Выбираем Алисе новый рюкзак. Какой ты хочешь? Не, с котами нравится. С котами? А он тряпичный, Алис. Ну, мне еще страшно. Формы держать не будет. Моей подруге точно такой же. Не-а. С котами маленький, что тот, что другой, они оба маленькие. Да, малюсечки. Давай выберем один побольше. Один отдел всего. Вот с птичками красивый. Вот с птичками побольше, да. Рыжики, что ли, свозить? Что, нравится? Это как старинный мишка, да? Как старинная игрушка. И ручки у него, смотри, поднимаются, опускаются. Он как настоящий ребенок. Юля, ответьте, пожалуйста. Девочка, хочет игрушку. Ну? Мишку. Рюкзак нужен? Да. Ну, Мишку бери, а рюкзак посмотрим, поищем еще. Вот этот с совой, мне кажется, он еще хороший будет, большой. Но у него карман спереди под... Алиса, раньше такие шапки модные были. У него просто спереди карман идет для пенала, видишь? Поэтому он тебе кажется странным, а на самом деле он просто больше. Прикольный. В нем места будет больше. Если хочешь, давай достанем. У него в подарок еще мишка идет. Это хаски. Мы приехали в другой магазин, и здесь тоже продаются рюкзаки. Алисе нравится вот этот голограмма. Это а папе понравился с совой. Вот такой с котенком у Алисы есть, но она с ним не хочет ходить. Вот такой вот с совой. Нравится. Тут еще птица кладывается. Да? Ага. Алис, смотри.
Вот такой вот с кошечкой. У него ортопедическая спинка. Угу. А эти просто. Это просто мягонькие. Да, мягкие. Так, ну какой? Голографический. Мы вот такой хотим. Примерь, пожалуйста, дочь. Чтоб удобно было. Только он маленький, мне кажется. Он вообще маленький. Он реально маленький. Зато красивый, да, Лисюш? Ну, я не хочу брать рюкзак за красоту, потому что у него ничего не положить. Он очень маленький. Его на лето можно себе оставить. Ну, ладно, прям смотри, вот руку засунь, смотри, какой отдел маленький. Прям вот всего. Да. Ну, тогда давай сюда. Подумай еще, подумай. Надо большой, и который форму свою не идет. Такой? Смотри, ну, мужланский-то не бери. Ну, папа говорит, нормально, в принципе. Я тебе говорю. В принципе, здесь второй отсек есть. Видишь, он побольше. Это для тетрадок будет. То есть сюда, например, учебник. Сколько стоит? Не знаю. Почему более 2000? Вот сюда, например, по учебники. По цене пенала. Ага. Вот сюда, например, учебники, ну, такой большой учебник, да? Сюда тетради, сюда еда. А сюда все тетради. И красивый. Ну, что, Лисюнь, берем? Ну, да, сюда ланч... Давай, примеряй. Сюда, да, только ланчбокс его идет больше, ничего не будет. Ну, и нормальный. Да нет, папа говорит, нормально. Нормальный. Ну, померить надо так. Примерно спинку, Зайка. Сейчас, подожди, я закрою. Это обувь всякая есть. Нюзенки классные. Я вот такой вот маленький, синий. С рожками? Если не против, что, играть будешь? Я еще немножко побольше возьму. На свои деньги покупай. Какой? На свои деньги покупай. Хорошо, давай и ты мне купи. С вот. Рожками или вон с теми ушками? Не без разницы. Ты сейчас сконцентрируйся и вообще-то на одной покупке. Ну-ка, покажись. Ага, еще спереди, да, застегнуться? Отлично. Еще вот это, да, можно. Ну-ка, покажи, что. Что-то тут наискосок как-то, нет? А, ну вот регулируется. Да, надо отрегулировать. Ну что, берешь? Кажется, нормально, давайте побольше посмотрим. Не-не-не, он нормально, Лиз, больше некуда у меня. Красиво. Раньше вот такие шапки были модные. Алиса, не хочешь такое? Да, раньше такие модные были с загибчиком. Это раньше. Слушай, а вот такую не хочешь фиолетовую себе на сейчас? Нет. Ну-ка, мам, ну это Панама. Не так это Панама. Панама. Утепленная. Нет, она не летняя. Вот это, Леша, вот это место поставь. Леша, ну чуть-чуть несколько сук. А к нам можно домой эту площадку прикрепить? Нет. На террасе можно будет летом? Да, летом на террасе. Качельки. Ты какой мячик-то? Какой хочешь. Выбирай сама, да ты сама будешь покупать. Только на котором можно прыгать. Ну, с рожками бери. Зачем с рожками? Давайте красный. Красный. Ладно, красный. Красный шарик. Но за него нельзя держаться. Нельзя. Поэтому... Поэтому скажите, с рожками только синий и розовый, да? С ручками. Что, какой красный тебе? Ну, он же без ручек, поэтому выбирай между синим и розовым. Можно? Мне кажется, розовый больше. Который побольше, да, по размеру, ну, пожалуйста. Розовый, да? Да. Точно розовый? Да. Ну что, берем? Голограмму. Папа отрегулирует сейчас. Ну что, еще что-то хочешь? Так, еще вот такую кошку берем. И розовый мячик. Все, домой.
Да, едем домой. Вот такая пятница сегодня у Алисы. Много подарков, много покупок. Да. Завтра мы едем на день рождения Алисиной подружки Даниэлы и купили ей вот такой подарочный конверт. В него мы положим денежку. Ну, это даже будет, наверное, не день рождения, это будет как вечеринка. Положим в нее денежку и купим шарики. Пока! Пока!